So hey everyone, in this video we're gonna learn about intents and the fragments. I found that some of you didn't understood this topic, which while previously you did Trivia Code Lab and this was covered there, but I decided to shoot like extra video for that. And I found like another course, which is this one, Basics in Kotlin, and this is designed for self-learning. So, but I found like great code labs from there, which is like navigation, and in this we have this like pathway, right? So, and here we have activities and intents, and yeah. So this video will be about activities and intents. Let me close extra ones, and yeah. So let's start. Let me turn off my camera. Yeah. So we're gonna do this app. By the way, let me switch to the Russian, because in English you can just read these words, but even in Russian, better to read them so that you can develop your like English skills, right? So в этом приложении получается у нас есть список букв, и когда мы нажимаем на одну букву, у нас получается список words, да, слов, и когда мы нажимаем на него, у нас появляется Google браузер, открывается браузер с запросом на Google, да, с этим словом. Ну такой basic app. И для этого мы будем использовать activities и два типа intent. Когда мы нажимаем на B, у нас получается это explicit intent, и мы открываем другой activity в нашем приложении. И когда нажимаем на слова, то у нас открывается implicit intent, используется, и открываем другое приложение и любой браузер, который может показать эту, то есть в Гугле можешь поискать его. Вот, получается, нам нужно будет скачать вот это приложение и чекаутиться на branch starter, да? Вот. Ну, тут инструкции, как его скачать. Просто можно вот так сделать. Заходим. Код. Вот это копируем. И вот там у нас вот есть Android Studio. И тут get from VCS. Выбираем правильную папку, где все проекты. И поставляем URL. И клон, да? Но я уже его скачал, поэтому я могу просто открыть его. Вот, и я, получается, уже один раз это делал, но давайте я буду изначально его делать заново. Получается, давайте, вот у нас это был base branch, видите, origin starter, то есть origin starter это remote, да, remote он тут стоит. И я делал 5 коммитов, у меня локальный стартер уже состоит, содержит экстра 6 коммитов, да. И мне нужно перемещаться сюда. Для этого я могу сделать такой reset hard. Ну, давайте сохраним это. Давайте и назовем это такой initial attempt, да. Checkout B initial attempt. На таком бранче его сохраним. В принципе, вот это можно сделать через тут. Давайте. Так, branch, a new branch, и тут делаем initial attempt. И тут checkout убираем, потому что нам checkoutиться не нужно. И получается у нас два бранча в этом коммите. И когда мы такой modify starter branch, initial attempt will remain, right? So they are like two branches, they are separate. So yeah, we are still on the starter branch, то есть мы до сих пор находимся, и мы можем просто делать reset. Git reset минус-минус hard. Hard означает, что не надо хранить никакие изменения, да? И у нас получается head. Число коммитов у нас будет 6, да? Вот это 6. И все. Вот. Если мы сейчас посмотрим, то у нас starter branch вот тут, да? Он убрал просто 6 коммитов и просто их удалил. Но у нас сохранился эта история, потому что у нас есть еще branch initial attempt, да? Вот. Если мы перенесемся на этот branch, то
мы увидим эту историю. Ну все, давайте этот еще раз синк сделаем, чтобы он градл настроил правильно. Вот. И давайте начнем. Ну, в принципе, у нас, да, получается, три файла, А4 файла. У нас есть main activity, у нас есть detail activity, где этот список слов. И есть два адаптера, чтобы показать список. Как вы знаете, в Recycler View мы используем адаптеры, чтобы показать список. Тут про это говорится, но мы можем пока это пропустить. Вот, да, два типа интента, как уже сказано. И, да, тут говорится, что это highly specific. Вот у нас два скрина. Вот, и еще есть implicit intent, который можно использовать для share, один example. Второй это для камеры, там, у нее много use cases, да. Тут, кстати, вот эта диаграмма говорит, вот, есть implicit intent, explicit intent, и есть некоторые интенды, которые такой пересекаются, да. Я вот про это не знал, но, видимо, такое есть, да. Ну, в принципе, в интервью там спрашивают именно про разницу, а не про это. Вот, ну, вот тут уже код начинается. У нас нужно будет открыть letter adapter. Давайте его откроем. Буду использовать шорткаты, чтобы время не терять. И onebind view holder, она тут у меня ругается, потому что мне там style вроде 4 стоит. И, в принципе, это можно исправить так. Style, да, вот Kotlin, и тут у нас даже, ну, у них, кажется, поменялся UI annotation. Functions, function call, Scott, да. У них поменялся. Раньше по-другому было, но сейчас поменялся UI у них. Ладно, тогда забьем на это. Время не терять, что. Просто сделаем рефактор, да. Хоп. И он поменяет этот код, чтобы он соответствовал нашему стилю. Вот. У нас получается, нужно будет. Ну, давайте это запустим один раз, да, изначально. Первый. Ну, кстати, да, тут нам не нужно сделать initial commit, потому что у нас уже есть коммиты, то есть тут уже есть история, и в любом случае мы можем перевестись в вот это состояние, да? Поэтому тут не нужно. А если там вы через zipку скачали, то лучше делать initial commit изначально. Вот, запускаем. Да, это мое приложение, давайте я уберу. Тоже, хорошо. Вот. Ну, темная тема. Давайте поменяем тему. Для этого нам достаточно найти его. А его нет. Тогда нужно добавить его. Dark Team. Добавляем в список меню. И находим. Отключаем его. Все, у нас теперь белая тема. Как в рисунках-то. И вот это у нас получается letter adapter. Это у нас Recycler View. Используется letter adapter. В letter adapter есть onBind view holder. А, кстати, если вы не поняли вот эту recycler view, то у нас был CodeLab affirmations, там можете его делать, и можно еще вот этот CodeLab делать. Как мне как показалось, он более такой продвинутый, да? Давайте покажу. Вот это у нас курс. И тут есть такой классный CodeLab. Вот, layouts, и тут есть вот display a scrollable list. Вот этот можете самому делать, если не поняли. И тут вот есть еще image, да. Видите, мы его так же делали. Он такой, более такой красивый. Вот. Ну, в принципе, должен стать понятно. Пока я буду такой assume, что вы это знаете. Ну, получается, у нас в холдере нужно будет. Set on click listener. On bind view holder. Ну, то есть, когда мы байндим нашу дату, да, вот дата и его байндим. И нам нужно будет получать
нужно будет получать контекст, и через этот контекст мы можем открыть наш activity, когда нажимаем на эту кнопку. Ну, кнопка — это у нас получается вот этот button. Его можно так посмотреть. И тут вот button, он — это button item, да? Если так посмотрим, это просто у нас button, один button. Вот, ага, вот у нас intent создается. И ему можно положить extra. То есть intent у нас может содержать какую-то дату, небольшую. И вот у нас это получается extra, да? И тут, если заметили, это у нас получается explicit intent, потому что мы точно указываем компонент, который мы отправляем intent. Вот это у нас detail activity, да? И вот explicit intent можно использовать, чтобы перемещаться между activity в одном приложении. Давайте я окно закрою. Это шумно что-то. Так, давайте продолжим. Вот. Это у нас explicit intent, да, потому что мы точно указываем. Тут, да, тут, кстати, можно было использовать вот этот текст, но вот этот toString метод, он, вот этот текст у нас, да, вот этот текст у нас возвращает char sequence, и чтобы быть точно уверенным, char sequence — это, что вы знали, это интерфейс просто. Там могут быть разные имплементации, и один из них — это string, да, и чтобы точно быть уверен, это string, нам можно использовать вот этот toString метод. Если посмотрите string, он такой, implemented char sequence, видите? Вот. И после этого нам уже через этот intent нам можно стартануть наш activity. Давайте сделаем один коммит. Ну и назовем его. Ну, это у нас, у нее был этот такой длинный коммит, но мне сейчас, думаю, хватит вот этого. Третий код лапта, третий по свой, или пятый часть. И такой первый, да. Он у нее только один этот, один степ, поэтому думаю, вот это хватит. И давайте назовем его вот так. Вообще, да, before commit желательно вот так ранить и посмотреть, чтобы быть точно уверенным, что у нас работает. Вот, заходим на letter, и он работает, да? Вот. Но мы видим, что у всех A, да? Сейчас это разберем. Вот. Нажимаем F, тоже A. То есть мы тут передаем его, вроде letter, но там, получается, не используем его. Тут надо его использовать, чтобы показать A, да, нужный letter. Вот, давайте коммитим. Коммит. И все. И следующий шаг, это у нас уже setup detail activity. Detail activity мы берем, вот тут hardcoded, видите, вот тут только A используется, а нам нужно брать это от интента, который мы передали. Чтобы это брать, можно использовать вот такой синтакс, то есть intent, extras, getString и key. Вот тут тот же самый key использовали. Они должны быть такие одинаковые, да? Это как хэшмап. И toString. Но тут toString — это другой. Если заметите, вот тут видите, это nullable. Extras, получается, тоже nullable. GetString тоже возвращает nullable. Но тут не nullable, да? Тут он, получает nullable объект, но returnит не nullable объект. Как это он делает? Он, если это null, то он returnит string null, да? То есть не само null, а как string null. Поэтому он возвращает не nullable объект. Но если это сделать вот так, то у нас уже это будет nullable. То есть это означает, если это null, то возвращай нам null. Если это не null, то вызывай этот метод, потом возвращай. Ну, это становится уже extra, да, потому что это у нас уже string. Ну, можно вот так убрать. Но вот тогда у нас это будет уже nullable. Поэтому, ну, так как это у нас точно придет, потому что у нас только есть один activity, который его передает, да, мы можем, в принципе, его так писать, если нужно. Ну,
Ладно, так оставим, как в подлабе, чтобы точно быть сейф. И можно вот так сказать. Production. Такой по умолчанию, да? По умолчанию используй letter, если не передается. Вот так тоже можно сделать. Вот тут говорится про это. Ну, там, этот. Вот, да, у нас. Ну, тут говорится про этот кейс. Detail activity может быть использована, если, допустим, у нас большое приложение, то это может быть использовано в некоторых местах. То есть и некоторые из них может не передать этот экстрас. Да? То есть intent экстрас может быть null все-таки. Ну, теоретически это может быть null. Но в данном случае это никогда не будет null, потому что мы используем это только один раз и передаем его точно. Тут про это говорится вроде. И да, давайте один раз коммитим. И заранее потом коммитим. Это у нас получается шестой степ уже. И вот, когда нажимаем B, уже у нас B, да? Да, тут, да, вот есть такой паттерн, как лучше не делать, да? Вот так лучше не делать. Вот если у нас тут есть letter, и тут тоже есть вот этот letter, да? То есть он повторяется, и они такие, так сказать, независимые, да? То есть если мы тут это поменяем на вот так, то он компилится, ранится, но мы не узнаем про ошибку. То есть у нас будет runtime ошибка, да? Вот, если давайте посмотрим. Видите, start with null. То есть там же мы по-другому его получаем. И это мы можем не узнать. То есть если у нас большое приложение, мы можем это не узнать. Поэтому вот так лучше не делать. Как лучше делать? Это можно делегировать компилятору. И как это делается? Можно делать вот так. Создаем companion object в detail activity, потому что detail activity у нас получает, да, вот этот аргумент. И да, вот создаем его. Передаем. Вот на этом уже передали. Тут тоже будем использовать его. Видите, мы теперь используем общий константу. И когда это поменяем, там ошибочно, то у нас это будет раниться. То есть он не сломается, потому что у нас в обоих местах используется один и тот же string, да? Вот у нас ошибок нету, но и если тут поменяем, вот это, ну, кто-то, допустим, убрал, да, так, то у нас сразу будет compile time ошибка, и мы сразу узнаем, что тут есть ошибка. Это называется делегированное компилятору все возможные ошибки. И это считается хорошей practice. Вроде про это говорится, вот clean code или такой. Есть два книги, так, и там про это говорится как раз. Второй забыл. А совершенный код. Есть clean код, есть совершенный код. Да? Вот это хороший практис. Ну, кто-то может спросить, почему тут, да, расположили. Можно же было вот тут. Вот так можно было сделать. Это у нас. А, да, у него уже компаньон есть, поэтому да. Ну, в принципе, вот так-то можно было сделать. Вот. Почему так? Потому что это у нас получается класс независимый, то есть он не знает про letter adapter, потому что вот этот класс можно будет вызвать из нескольких местах, да? То есть это у нас такой inner, да, независимый. Вот это у нас зависимый получается. Он знает про detail activity already, да, то есть потому что он его стартует. Поэтому чтобы вот это сохранить, вот эту зависимость, да, лучше создать вот тут и использовать отсюда. И это хорошо еще, если вот этот detail activity будет использовать другие классы, они тоже будут использовать вот эту константу. А если мы расположим тут, это как-то неправильно получается, потому что они будут использовать константу letter adapter, чтобы стартовать detail activity, да? И это
такой, ну, инкапсуляция у нас нарушается. Вот. Поэтому, да, лучше делать тут это. Давайте коммитим. И продолжим дальше. Да, тут еще говорится про Component Objects, про Singleton Pattern. Можете прочитать. Ну, давайте теперь сделаем так, что вот тут, когда нажимаем, у нас получается открывается браузер, да? Вот тут тут говорится вроде про Implicit Intents. И нам нужно будет такой префикс, чтобы вот этот запрос отправить. Давайте его добавим в Detail Activity. И когда нажимаем на кнопку, нам нужно будет использовать вот эту кнопку, ну, то есть вот этот item, да, нам нужно будет использовать его string, то есть где это у нас, word adapter. Listener. А, не. Что-то копировать. И ставить. Рывается. А, да. Давайте это удалим. Теперь он не рывается. Вот, ну, тут получается, вот у нас есть префикс, и у нас есть item, да? И мы просто их соединяем. Item — это у нас просто вот этот, вот этот word. Вот их соединяем и создаем, который, URI, да? URI — это, вот у нас есть URL, да? И есть URN. Вот URI — это такой общий, да? То есть он могут быть и URL, вот URN. Он используется для такой... для общего предназначения. То есть вот это Android, Android это понимает, и когда мы передаем, поэтому URI, он могут там, если это телефон, то он, ну, я точно не уверен, но он, мне кажется, откроет вот этот звонок, да, то есть звонок с этим номером. Если мы передаем URL, он откроет там этот браузер, да. Вот, поэтому используется у нас URI. И нам нужно вот создать implicit intent уже. Видите, мы не указываем. Мы просто указываем, что мы хотим. Мы хотим посмотреть этот URI. А дальше система сама решает, да? Как это показать, то есть кто будет это хендлить. Вот. И тут вот есть разные экшены, там dial, вот этот. Но нам нужен просто view, чтобы посмотреть URI. Веб-адрес. Вот. Ага. Ну, давайте запустим. И сделаем commit. У нас третий. А, нет, это у нас седьмой. И первый. Запустилось вроде. И давайте проверим. А, нет, еще не запустилось-то. Давайте еще раз заранее. Да, вот. Проверим. А, ошибка. Прикольно. Тут, кажется, мы что-то этот. Да, letter. Вот letter. Тут letter передаем. Тут его получаем. Угу. А, мы тут убрали, да, что-то? Не, вроде item. Угу. Тут letter. Ну, не все правильно. Давайте еще раз перезапущу. Угу. Ну. Он билд вообще? Да, вроде билд происходит.
Ну, давайте тогда дебажим. Что тут происходит, посмотрим. Тут. И поставим его тут. И давайте попробуем. Давайте вот тут и run. Ага, тут получается у нас уже не переходит letter. И почему, да? Тут вроде мы его передаем. Ну, давайте тогда поставим вот тут. И это удалим. И заново зараним. И вот тут у нас создается intent. И давайте проверим has extras у него. Вот это проверим, вот это текст, да? Holder. Да, он что-то не находит холдер. Почему? Holder is type cannot find local variable, говорит. Если вот так, то это недоступен, да? Да, прикольно. Не упал. Все правильно. Давайте проверим у нас edit configurations. Там build есть или нет. Вот у нас есть default activity. Install. Там должен быть griddle aware. Вот тут есть он. Debugger. Вот griddle aware make, да? Вроде все есть. Да. Ну да, так как у нас есть история, давайте перемещаемся тогда по истории. Это коммитим пока. Вот это у нас уже implicit intent. Вроде все, да, вроде все закрыли. И это у нас седьмой, да, коммит. И давайте это остановим пока. Вот тут у нас вроде он работал. И делаем checkout. И давайте запустим. Стол. Ну, а тут, оказывается, он не работал. Прикольно. А тут сделаем еще раз ран. А тут он работает. Значит, ошибка где-то тут, да? Давайте посмотрим, что там поменяли. Добавили letter. Вроде правильно. Тут detail activity letter. Вроде тоже правильно. Давайте перемещаемся сюда обратно. И заново посмотрим. Вот это дебагинг, да? Да, тут Айона работает уже. Магия. Что-то у меня этот не то с раном, кажется. Давайте еще раз перемещаемся сюда. Если сейчас он будет работать, то это будет вообще бомба. Да, теперь он работает. Прикольно. Мне кажется, да, он что-то этот в своем кэше сохранил, и он. Помните, я показал этот код, который он не работает, когда null было, и он вот про это, то есть он это хранил где-то, и то есть не ранил он его. Ну да, теперь это работает у нас. Вот. Поэтому иногда вот так лучше делать. Файл там где-то invalidate caches, такой, и вот это, и invalidate надо restart, или можно перезапустить эмулятор, да. Вот. Да, давайте продолжим. Теперь нам нужно вот это добавить меню.
Когда мы кликаем на него, у нас получается вот этот grid layout, это у нас linear layout, да? И обратно, когда кликаем, получается у нас обратно linear layout. Вот. Тут говорится про меню. Вот нам для этого нужно добавить сначала иконки для вот этих меню icon. И для этого мы можем использовать такой built-in icons, да? Давайте попробуем. Vector set. И тут clip art нужно будет выбрать. И тут можно выбрать нашу иконку built-in. Вот view list один из них. View list, и это нужно назвать icon linear layout. А тут, кстати, тут его желательно поменять сразу color. Color же у нас белый получается. Так, где это белый? А, FFF, назовем его. FFF. Вот у нас белый. И обратно поменяем название. Next finish. Вот linear layout. Второй это у нас grid layout. И view module, да, у нее название. Давайте тоже попробуем. Ой, это git у нас спрашивает. View model. Окей. Белый, и все, нормально. Finish. Ну, если вы вдруг так не поменяли его, то тут можно, в принципе, тоже менять. Это где-то тут tint у нас тут, если black, то можно его менять на white, да. Где-то тоже refactory. Вот. Вот добавили два иконки. И теперь нам нужно добавить меню файл. В меню. Меню это у нас. Так, где-то. Так. Меню. А нету, да? Ладно, давайте создаем его. Simple, Android Resource Directory, меню. И тут создаем новый файл. Меню ресурс файл. Назовем его layout menu. Add. И нужно вот этот код поместить сюда. И тут, да, тут давайте разберем. Тут получается у нас есть только один item, который изначально linear layout. Там у него иконка. Есть у нас title. Title он используется, если у нас вот этот item хранится вот тут. Вот тут он title показывает, но это у нас... Тут есть еще один атрибут, называется show as action и always. Да? Show as action, он этот... вот, то есть this tells system how to show button because it's set to always. This button will always be visible in the app bar. То есть он всегда будет находиться тут, да? Если это такой не always, то он могут разместиться вот сюда. То есть вот тут. И тогда будет он string использовать уже. Вот вроде добавили все. Давайте раним. Но у нас ничего не должно быть, да, потому что мы его тут добавили, но его никак не используем. Поэтому у нас будет old result. Ну, пока давайте его коммитим. Это у нас восьмой степ и первый шаг. Вот, теперь нам нужно уже добавлять логику в main activity, чтобы показать вот этот меню icon, да? Да, у нас что-то слетел тут. Ну, вроде мы ничего не меняли, поэтому можно это оставить. Пока он будет, то есть, работать. Если сейчас раним, он будет работать. Ну, чтобы полностью от него избавиться, можно сделать вот так. Name project. Это вот, да, проблема с кэшем. Или можно сделать вот так вот. Он вроде должен исчезнуть сейчас. Да. Вот, исчезла. Ну, это иногда может быть реальная ошибка, потому что вы, если это поменяете сейчас, вот этот name, да, activity main, там, activity main one, да, или там activity просто, то это уже красно будет гореть. Это будет реальная ошибка.
Нам нужно будет, получается, добавить вот этот var, чтобы трекать, да? Мы нажали, на каком стейте мы находимся? У нас linear layout или grid layout? Ну, изначально у нас linear layout, да? И нам нужно добавить вот этот код. Это, получается, у нас контролирует состояние нашего recycler view. То есть, если у нас linear layout, то он поставляет linear layout manager. Если у нас grid layout, то он поставляет grid layout manager. Span count 4, да? Span count 4 это вот column count. Где у нас картинка была? Вот, это вот number of columns. То есть. Так. Вот, и у нас получается нужно будет добавить вот этот метод. Он у нас контролирует иконку. То есть он берет menu item. Menu item это вот этот item. И давайте это рефакторим. Вот. И нам нужно будет их вызвать, да? Где-то. Давайте. Вот если это не понимаете сразу, есть два прочие. Это bottom-up, top-to-bottom, да? Сначала bottom-up это все это понимать, когда делаете, а top-to-bottom это сначала сделать, потом уже обратно, да, посмотреть и постараться понять. Ну, давайте попробуем top-to-bottom. Вот. Ну, чтобы вот у нас меню появилось, вот это важный метод, его нужно нам оверрайдить. Вот мы оверрайдим его и возвращаем, если у нас это, а не это другой метод, а мы забыли вот это. Давайте вот это поставим сначала. Портим его. Вот нам нужно override вот этот метод, он create options menu. И там возвращается true. True это означает, что мы свой меню, да, кастомное меню там добавляем. В Activity это вот так делается. В фрагменте вы делали вот это, да, вот это. Set has options menu true, да. В Activity это просто достаточно его override. И тут можно вот свой меню. Вот тут мы инфлейтим свой меню. Вот меню инфлейтер. И тут вот добавляем. Тут, получается, мы соединяем вот как раз. Ну, в принципе, после этого степа у нас должен появиться вот тут меню. И тут, да, берем вот меню инфлейтер. Потом находим этот наш item, который уже инфлейтили. И этот item передаем вот setIcon, да? SetIcon, в свою очередь, проверяет state. У нас linear или grid. И в зависимости он поставляет нужную иконку туда. Вот такая логика, да? И второй, это когда мы на него нажимаем, чтобы это хендлить, нам нужно override другой метод, который уже on options item selected, то есть когда это выбран. И в зависимости от ID, вот это у нас, вот этот ID, да, item. У нас же может быть несколько айтемов, поэтому такой when, да? И нам нужно будет менять наше состояние и такой перерендерить или такой перерисовать в зависимости от состояния наш скрин. Вот. Вызываем вот эти два метода. Ну все вроде, в принципе, у нас должно работать. А, вот это, давайте. Ну да, вот это у нас работает. Но зачем нужно вот это, да? Вот это нужно, чтобы изначально поставить наш layout как нужно. Как, то есть если у нас, если мы хотим, чтобы изначально был grid layout, то это будет у нас не будет работать. То есть давайте раним. Вот у нас получается сейчас мы хотели grid layout, да, но это у нас получилось этот линер. Вот, если нажмем, он не изменяется. Если нажмем, он уже будет меняться. То есть у нас изначально мы на это не смотрим. В OnCreate мы просто создаем и передаем Linear Layout Manager. А вот когда мы создаем, нам же нужно смотреть на это. Что вот это насмотреть. Давайте обратно поменяем на true. Нам нужно просто вот этот код добавить. И вот если заметите, тут есть один код, и вот этот код повторяется и тут, да? Это то есть duplicate, да? И вот этот дубликейт надо устраивать всегда. Ну, желательно, если сможем. Да, вот это и вот это можно убрать. Вот у нас код дубликейшн убрали. И у нас только один код. И мы, когда создаем он create, мы смотрим на наше состояние изначально. И в зависимости от состояния мы уже сетим layout. И давайте перепробуем.
Ну, он точно работает. Давайте попробуем через false. У нас будет ли grid layout изначально, да? Grid layout. Вот теперь у нас уже grid layout изначально. И все работает. Потому что мы обновляем наш state в зависимости от состояния. И все вроде. Давайте закоммитим. Ну и все. Выбираем, делаем commit. И у нас такая классная история. Вообще коммитить это классно. Вот, опять скажу, если вы будете потом работать, у джуниоров есть такая частая ошибка. Они же не знают многого. И, в принципе, вот, ну, допустим, да, не, assume, что не знаете вы, и вы вот сидите, читаете там, попробуете, ошибка там, этот попробуете. Но этого не знает, что ваш менеджер. То есть, ну, где-то сидит team lead, там, senior, он не знает про это. И вы такой, сидели там 2 дня, да, и ничего не получилось, да. Потом подходите к team lead, там, говорите. Но он смотрит ваш код, а там ничего нету, да? И он должен вам верить на слово, да? А это такой, ну, кто-то может верить, да, кто-то может не верить, да? Кто-то подумает, он 2 дня просто сидел, там ничего не делал. А если вы будете делать коммиты, там, что-то попробовали, там, этот, и тут стоит ваша такая история, да, 2 дня, что вы делали. И вы можете там, во-первых, смело сказать, вот я вот это делал, потом вот это делал, вот это не попробовал, там, этот... И он сразу видит это, и он сразу такой, жанаш пытает вам, и сразу вот говорит, вот, он сразу будет верить там. Вот это один плюс. Второй плюс, ну, второй вообще не нужно 2 дня сидеть. Если 2 часа сидите и не получается, то лучше сразу подходите тем людям и покажите свои там коммиты, старания. Вот это я попробовал, вот это искал, тогда он будет вам помогать. А если вы ничего, так, само себе, ну, почему 2 часа, да? Можно же через 10 минут подходить, то это будет как-то вы не старались-то. Желательно вот показать свои такое старание. Вот, чтобы показать, лучше коммит делать. Ну и его там главный плюс это вот можно перемещаться между состояниями, вот как я делал, вот, когда не получилось. И потом это получилось, да. Ну, это баг Android Studio. Такой бывает. Ну, они редко бывают, но бывают такие. Вот поэтому, да. У вас, кстати, не должно быть так. Это, да, только в этом. Вот. Summary. Explicit intents используется, когда мы точно знаем. Implicit, когда мы не знаем. Мы просто описываем его и передаем систему. Меню в AppBar. Меню это и... Меню вообще в разных местах используется. Там Navigation Drawer, AppBar или Bottom Navigation View. Ну, как в этом случае мы использовали его в AppBar, да? И Companion Objects можно использовать для такой для создания констант, который там как в одном случае это как key, да, чтобы у нас получился более красивый код и безопасный. Да, вот. Ну, тут про создание интента, думаю, это не стоит. И learn more, можете прочитать вот эти ссылки, если нужно. Так, да, в этом все примерно. Давайте. Стоп.